А ну вот такой сюжет. Аниматор после секса надувает из презерватива пуделя. А он реально сожрал дятла целиком. Знатокам однажды вопрос послал. Почему все читают в туалете, а в библиотеке никто не срет? А слабо гондон на глобус натянуть? А вообще рвань. Че, не смешно, что ли? У тебя, Леша, все шутки смешные. Очень. Да давай, записывай. А то опять в ролик ничего не войдет, все забудете. Леша, не надо. Сережа, не записывай. Я Леша, запоминаю очень хорошо. Погнал я. Мне тут ребятам еще надо из Горобчей в КВН кое-что накидать. Зацените. Катя упала и разбила подбородок. Ну и хрен с ним. У нее их еще два. На это. Жги. Священника надо вызвать и риэлтора. Наверное, как-то надо увольнять. А вот. Пиши. Алексей, ты... ты уволен. Ты что с ним церемонишься? Просто пиши, Алексей, пошел ты нахрен. Марина Федункив подписать? Ты дурак, что ли? Я вообще бздю. А напиши администрация. И отнесешь ему. Да ладно, я сам его боюсь. Ну, а через курьера? Которого не жалко.